Киеве подожгли здание телеканала «Интер», и в сети появилось видео задержания протестующих прямо на фоне пожара. На видео молодые люди кричат, что не оказывают сопротивления, и при этом пытаются сбежать. Задержали в итоге шестерых. А вот как все было. Около входа в здание телеканала днем устроили митинг. Его участники поджигали покрышки и бросали их в сторону здания. Ну и в итоге, конечно же, оно загорелось. Ну, никакого удивления по этому поводу нет. Это версия со слов сотрудников телеканала. До нас дошло, что все в огне, и многие наши коллеги побежали на крышу. Они оставались там, пока их не эвакуировали спасатели. Я думала, пострадавших не было, но потом увидела одного моего коллегу в скорой. Его лицо было все в саже, и кто-то сказал мне, что он надышался дыма. Ну и общий итог вчерашнего дня для телеканала. 45 человек эвакуировано. Полностью сгорела студия программы «Подробности». Медиагруппа попросила украинские власти разобраться, что произошло. Про поджог версия предварительная. На первый раз телеканал становится жертвой атак. В прошлый раз 15 человек в масках пытались поджечь здание и пронести противотанковую мину внутрь. Неугодным телеканал считает, потому что якобы он не соответствует национальным настроениям. «Интер москалей», пишут украинские активисты в своих уютных блогах. Свободная журналистика, пожалуй, о такой здесь нет, не слышала.